45 лет без сбоев и аварий в Айхале отметили юбилей предприятия тепловодоснабжения. Как изменилась организация за эти годы и как удается сохранить накопленный опыт в решении разных задач, расскажет Оксана Мезенцева. Ахмед Халиуллин работает в Айхальском отделении предприятия тепловодоснабжения 18 лет. Все эти годы трудится водителем, работал на разном транспорте. За 18 лет сменилось несколько руководителей, омолодился и трудовой коллектив. Ахмед Халиуллин остается верен родному предприятию. Ветерана Айхальского отделения ПТВС чествовали на торжественном концерте. На днях предприятие отметило юбилей – 45 лет со дня основания. Коллектив слаженный, энергичный, всегда в работе. На сцену в этот день выходили слесари, операторы котельных, лаборанты, наладчики. Все они – передовики производства. Сегодня в Айхальском отделении ПТВС трудится 262 человека. Действует 8 участков. Невозможно оценить ваш вклад в жизнь нашего поселка. Именно ваше предприятие обеспечивает комфортные условия проживания наших жителей. И надо сказать, что на протяжении 45 лет вы это делаете без особых проблем, без особых сбоев. Айхальское отделение ПТВС – это современные котельные и своя водоочистная станция. В 2018 году на предприятии закончат реконструкцию канализационно-очистных сооружений. Модернизация производства – требование времени. За 45 лет предприятие пережило не одну реорганизацию. Изменения Айхальское отделение ждут и с 1 января 2017 года. Однако тот опыт и знания, которые были накоплены за долгие годы, несомненно пригодятся трудовому коллективу в будущем. Оксана Мезенцева, Александр Домонтович, телеканал «Алмазный край».